Борьба с пропагандой употребления и распространения наркотических средств – общее дело городских властей, полиции, прокуратуры и медиков. Для того, чтобы победить болезнь совместными усилиями, проводится колоссальная работа. Особое внимание уделяют вопросам профилактики, организации досуга молодых людей Самары и пропаганде здорового образа жизни. Так, например, на территории города регулярно организовывают занятия физкультурой. На четвертый квартал 2021 года в рамках календарного плана на текущий момент у нас запланировано проведение 14 общегородских физкультурных мероприятий и 137 спортивных мероприятий. Заседание антинаркотической комиссии прошло под председательством Елены Лапушкиной. Глава Самары поручила активировать работу с председателями ТОС и управляющими компаниями, чтобы своевременно пресекать пропаганду наркотических средств. Нередко именно на фасадах жилых домов появляются надписи с рекламой наркотиков. По каждому выявленному факту необходимо обращаться в полицию. О том, какая работа ведется во внутригородских районах, отчитались главы районных администраций. Борьба с настенной рекламой ведется на постоянной основе, взаимодействие с управляющими организациями УП номер 5 и управляющими районами. Практически ежедневно мы проводим мониторинг всей территории района. К сожалению, также ежедневно фиксируем вот граффити непонятного содержания, которые мы ежедневно закрашиваем. Кроме того, постоянный мониторинг необходимо осуществлять и в интернете для того, чтобы находить тех, кто размещает объявления о продаже наркотиков. В этом году было зарегистрировано более 769 преступлений, связанных со сбытом запрещенных веществ. По сравнению с 2020 годом это меньше на 98 преступлений. Из незаконного оборота изъяли 33 килограмма наркотиков. Гульфия Сафина, Мэри Елчан, Василий Колдашов. События.